За прошедшие 12 месяцев в Одинцовском округе принято решение по 54 самостроям. Объекты были либо приведены в соответствие, либо снесены. При этом упор делается на их легализацию. Инспекторы главгосстройнадзора готовы оказать всю необходимую юридическую помощь, прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. Всего в 2021 году главгостройнадзор выявил в Подмосковье 736 проблемных объектов. Из них 586 привели в соответствие. Снесли 255.